Мы с вами находимся в ротонде Эолова Арфа. Здесь раньше играла музыка, танцевали люди и наслаждались видом на Пятигорск. Посмотрите, это гора Гштар. Это память первым комсомольцам, которые сражались в 20-х годах. Это целебный источник Пятигорска номер 24. Сюда съезжается вся Россия, чтобы попробовать целебную минеральную воду. Здесь еще обитает много котов. Наверное, они пьют минеральную воду, поэтому живут очень долго. Ой, кажется, он закрыт по времени. Но ничего, мы сюда вернемся, чтобы попить минеральную воду. Здесь были основаны пироговские ванны. Люди здесь лечились, избавлялись от болезней благодаря минеральной воде. Пироговские ванны были созданы по инициативе врача Пирогова. А тут мы видим весь Пятигорск. Вон Эльбрус. Эльбрус – это самая большая гора в Европе. Мало кто знает про народные ванны. Их температура достигает до 50 градусов. Поэтому люди купаются здесь даже зимой. Это гроб Лермонтов. Лермонтов любил здесь сидеть, наблюдать за водяным обществом. А также в художественной картине «12 стульев» именно здесь Остап Бендер продавал у входа в права билеты. Сейчас мы наконец-то выпьем нарзан. Сегодня мы посетим озеро под названием Провал. Также это озеро известно тем, что Остап Бендер продавал здесь билеты. Здесь пахнет сероводородом. Здесь расположена икона Божьей Матери. Раньше здесь были ванны. Здесь купали людей. Пускали их оттуда на веревке. Раньше этого прохода не было. Считается, что эти ванны целебные. Мы выбираем елку. Сражен насмерть великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. В честь этого события воздвигли памятник, стеллу,
которая состоит из кисловодского диомита и бронзы. На памятнике сидят 4 горных кавказских орла. Памятник – обелиск работы скульптора Микешина. Он заработал в 1915 году.